Приветствую всех на канале Волк Вар Геймс, военные игры с Волком. Продолжаем проходить игру Мафия. Так, и в прошлый раз не заладилось у нас с выполнением задания. То есть мы сейчас должны очень шустренько вернуться. Не вернуться, проехать в рабочий квартал на окраину, забрать там человека, которого сейчас будут там захватывать ФБР. По захвату туда выдвинуть. У нас время там 6 минут. Три раза у меня попытка срывалась по самым идиотским мотивам. То есть я превышал скорость и сталкивался с полицией. Собственно говоря, после этого нам надо будет его привести в луки, и, наверное, он что-то нам за это даст. Давай поедем. Блин.
стреляют, я ничего не сделаю. Куда я поехал, а? Прыгай быстро. Быстро, сюда! Меня послал Коб, тебя ищет. Надо отвезти тебя в безопасное место. Черт, как же они меня нашли? Давай, 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 садись, садись, садись. Давай. Теперь давай поедем к Луке. Теперь его довезти. Да ну, разыскал.
Так, ну что, попытаемся еще раз. О, вот это нравилось мне вообще место. К сожалению, здесь не ломаются эти поручни. Так было интересно уже сюда закатываться. Что случилось, Лука? Они вычислили тебя и знают, где ты бываешь. Сегодня они собираются тебя найти и прищучить. Слава богу, что так получилось. Моя жизнь висела на волоске. Хорошо, что Том был здесь. Он спас твою шкуру. Спасибо, дружище. Рад был помочь. Ладно, посиди немного. Нам с Томом нужно кое-что обсудить. Так. Ладно. Томми, у меня кое-что есть для тебя. 16-цилиндровый двигатель. Кузов выполнен на заказ. Штучка на эстета. И где мне ее найти?
Один плейбой устраивает сегодня вечеринку в Оукхилле. Там будет множество гостей. И у одного из них есть такая машина, какая тебе нужна. Она открывается так же, как обычная B-16. Но внутри это произведение искусства. Ты легко узнаешь это место. Там стоит много дорогих машин. Отлично. Спасибо за совет. Так. Поехали. Так, я надеюсь, мы сохранились, да?
подкрасться. Сколько крошек можно подцепить в такой тайне? Тебе даже это не поможет. Да пошел ты! Так, может, что не стоит? Ты только посмотри на эти изгибы. Сколько она может стоить? Ты все равно не поверишь. Так, ну что, можно приступать. Может быть, это подделка. Взяли обычно. Давай, давай, быстренько, 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 быстренько. А, он побежал, докладывает. Поехали, поехали, поехали. Быстро, 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 быстро. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Неужели уж? Еще. Погони не будет. Вот это машина. Закон. Хорошо. Я вынужден вас оштрафовать. Ладно, командир, вот баб. Я надеюсь, что это больше не повторится. Ну, как на этой машине ездить по городу, я вообще не представляю.
Сэр, это уже второе нарушение. Я вынужден вас оштрафовать. Ладно, командир, я больше не буду. Уже второе. Я надеюсь, что это больше не повторится. Уходите, то я вызову полицию. Что тебе нужно? Шуперт Сикс, где тут Шуперт Сикс? Красный, вот этот удалит. Да, все правильно. Так, а вот эти одинаковые? А, вот одинаковые, да? Warden, Terraplane, Fardo. Что тебе нужно? Так, где он есть? Сегодняшняя работа для разрядки, парни. Есть тут фирма, импортирующая сюда кучу предметов роскоши со всего мира. Вчера в порт пришло еще одно судно с товарами. И кое-что из списка мне приглянулось. Что у них есть такого, чего нет у нас, сэр? Ну, я уже 100 лет не курил приличные сигары. А у них там чуть ли не тонна. Сигары? Да, сигары. А что тебя в этом удивляет? Посетители наших клубов ценят хорошие и качественные сигары. Но они дорогие, и их трудно достать. Если нам удастся получить грузовик лучших сигар,
нагрели бы на них столько же, сколько на среднем ограблении банка. Что? О, господи. Привезите мне грузовик сигар. Поле, объясни им. В общем, вот что. Поле, что за хрень творится? Какого хрена я должен знать, Томми? Мы просто должны спереть грузовик дорогих сигар. Они нужны Дону, они стоят денег. Вот нас за ними и послали. Мне показалось, что для него это как-то мелко. Забудь об этом, Том. Сигары стоят в порту, упакованные в ящики. Нужно погрузить их на грузовик, потом уехать из порта. Но сначала нам надо попасть внутрь. Как мы это сделаем? Охрана в порту теперь покруче, чем во время Морелла. Точно. Просто так туда не вломишься. Так что придется сыграть по-хитрому. Свистнем один из грузовиков, которые развозят по городу товары. На этих грузовиках такие надписи. Атлантический импорт. Мы подождем, пока один из них выйдет из порта. Проводим его до тихого места, где нет копов, и загородим ему путь. Несколько выстрелов в воздух, и водила выскочит, как миленький. Когда заберем его бумаги, один из нас сможет попасть в порт. А несчастного придурка что, грохнем? Не, это геморрой. Просто вытащим его из машины и обыщем. Ты отведешь грузовик в порт, Томми. Погрузишь на него ящики с сигарами, а потом встретимся в условленном месте. Ага, я загружу их один, разгружу их один. Потом, может быть, еще выкурю парочку. А вы-то что будете делать? Мы подождем недалеко от порта в условленном месте. Если кто-то сядет тебе на хвост, мы с ним разберемся. Потом отведешь грузовик в точку встречи. Ага, ясно. Как я узнаю эти ящики? У них на боку написано «Импорт-экспорт Скорсезе». А условленное место? Поедем туда, я тебе покажу. Сначала надо поехать туда и достать грузовик. Ну что ж, вперед! Так, ну что ж, идем к Винченцо. Говорите с Ральфом. Опять занят. А, мы все втроем сейчас едем. Мы поговорим, но только позже, после закрытия. Хорошо. Ой, извини, луч. Так. Где там Ральф? О, господи. Чего, на это что ли ехал? А кто это было? А, Ральф, кто это? Что это было такое? Солнце. Привет, Луиджи. Привет. Привет, парни, чем займетесь? Дай Тому биту и пистолет, и еще дай нам два Томпсона. Ладно. Ого, круто дело намечается. Два Томпсона. А мне что, деревяшку? Вот спасибо. Спасибо, Винченцо. Привет, ребята! Привет, привет. У меня есть кое-что для вас. Нечто особенное. Снять? Так, и что? А куда ты пошел, эй? Куда уходите, эй? Куда ты пошел? Не понял, что за ерунда. Ральф! А что за Ральф? Похоже, я не знаю, как туда попасть. Он сюда должен, к этой машине подойти. Подойти не может. Иди сюда, Ральф! Давай, давай. Никогда да, раньше такого нравится. Замка выглядит нет. Просто отлично. Вряд ли открою. Вы можете открыть ее вот таким образом. Ну, испытаем сейчас. Ну ладно, это мы можем.
Спасибо, Ральф. Не за что. Так, а у нас еще какие парные машины. Так. Так, так. А, вон те, которые... Прокурорская машина тоже. Где у нас? Так, куда мы сейчас едем? Поехали. Садитесь. Сэм, ты едешь, нет? Сэм. Раз уж мы здесь, я хочу вас кое о чем спросить. Что ты имеешь в виду? Есть у меня одна идея. Вы мне должны помочь в одном деле. Да? Что ты задумал? Ну, это большая игра. Один я не справлюсь. А мы с вами старые друзья, хорошо знаем друг друга. Ну, в общем... А Сальери? Он-то знает об этом? Нет, не знает и не должен ничего знать. Ему капусты хватит до пенсии. Ну так в чем дело? Понимаете, я тут присмотрел один банк. Что? Что? Успокойтесь, все в порядке. Этот банк дерьмово охраняется, проблем не будет. А в сейфе в конце месяца всегда лежат крупные суммы. Мы с вами будем богачами, если сумеем его взять. Или покойниками, если не сумеем. Что с тобой? У нас и так денег до черта. Тупица, у нас есть деньги, но не до черта. Сальери неплохой босс, но я хочу хоть раз в жизни получить реальные бабки, а не эти... Крохи. Я не уверен, что это хороший план, Поль. Что скажешь, Сэм? На меня не рассчитывай. Мне дорога часть семьи. Ты прав. Наверное, ты прав.
Забудем об этом, все это только мысли. Ладно, забудем. Ладно, думаю, нам пора. Пойду собираться. Я скоро вернусь, Том. Давай прогуляемся до порта. Так, подождите грузовик. Куда ты? Теперь мы дождемся, пока мимо проедет грузовик, и сядем на хвост. В тихом месте возьмем все, что надо.
мы дождемся, пока мимо проедет грузовик и сядем на хвост. В тихом месте возьмем все, что надо. Запись длится. Так, запись 47 минут. Едет там. Надо разгрузиться, а потом уже грузить по новой. Тебе сюда нельзя. Не понял. А куда я дену?
мечты. Как не избавиться? Да не сказал. Все, последний. Все. Кидай. Да кидай. Все. Сохранение прошло. Ты прешь, а? Чем ты занят, а? У нас рук не хватает, а ты дурака валяешь. Быстро хватай эти ящики и неси их в зал отправки. Я пойду отолью, и чтоб к моему приходу все было сделано. Даша.
Куда ты их понес? К этим ящикам нельзя даже пальцем прикасаться. Ты ведешь себя как-то подозрительно. Охрана! Куда ты прешь, а? Чем ты занят, а? У нас рук не хватает, а ты дурака валяешь. Быстро хватай эти ящики и неси их в зал отправки. Я пойду отолью, и чтоб к моему приходу все было сделано. Куда ты прешь, а? Чем ты занят, а? У нас рук не хватает, а ты дурака валяешь. Быстро хватай эти ящики и неси их в зал отправки. Я пойду отолью, и чтоб к моему приходу все было сделано. Ну, Даша. Yeah.
заметили. Что у нас тут не срастается? Да сейчас они не видят, они все прекрасно видят. О боже, где он может? Нет, мне еще рано умирать. Давай, козел! Сейчас. Так вот ты где? Да нет, там все полезно. Не полиция. Так, а что ж тогда делать? Сейчас, наверное.
господи! Оно. Или он. Thank you.
Ладно, пошли. Пока вы двое слонялись туда-сюда, я перетащил тонный ящик на глазах у вооруженных. Кто-то должен был быть. А ты у нас молодой. Сэм всегда подает хорошие. А, это придумал Сэм. В другой раз сами будете разгружаться, а я пальцем не притронусь к ящику. Ладно, в другой раз посмотрим. Добрый день, что вам угодно? Пожалуйста, полный бак. Я налил полный бак. Приятного дня. Прекрасно, спасибо.
у нас получилось. Хорошо. Теперь, наконец, можно посмотреть, что в этих ящиках? Хорошая мысль. Надеюсь, они в дороге не помялись. Несколько штук упали, и сигары рассыпались. Ничего страшного. Вот этот только понес. Сейчас выкинем. Черт, я его совсем раздолбал. Какого черта ты там делаешь? Что? Уронил несколько штук, ничего серьезного. Эй, коробочка, что у тебя внутри? Боже, Том, ты не поверишь. Что это? Что там в коробках? Черт, ты думаешь то же, что и я? Ну, они не похожи на сигары. И это определенно не леденцы. Это бриллианты, просто хреново прорва. А что, если это просто подделки? Ну, знаешь, меняют сигары на зеркальце, бусы, бижутерию и всякую такую фигню. Я думал, только Колумбу это сходило с рук. Они похожи на бриллианты, Том. Просто чертова уйма. Я знал, что Сальери не будет так рисковать из-за каких-то грёбаных сигар. Ну, похоже, что ты был прав. И что ты будешь делать? Может, возьмем их? Чего? Думаешь, никто не заметит? Ну, мы могли бы сказать, что несколько ящиков потерялись во время погони или... И не думай даже. Полная херня. Положи их туда, где нашел. Я не хочу закончить с дыркой в голове. А что, если мы возьмем по парочке? Их так много. Поли! Ладно, положу назад. Но что, если Сальери о них даже не подозревает? Думаю, мы легко можем проверить, знает или нет. Как? Сейчас он подъедет с Сэмом сюда. Вот его и спросим. Браво, парни, вы это сделали. Заслуженная награда уже на подходе. Один ящик сломался, но это ничего. Похоже, что эти сзади в порядке. Браво, браво. Босс, нам разгрузить ящики и перетаскать сигары на склад? Нет, нет, не сейчас. В любом случае, зачем вам мараться? У меня есть другие люди. Или вы хотите поработать еще и грузчиками? Так что идите и не переживайте, парни. Хорошая работа. Поли? Ага. Я заскочу к тебе завтра. Надо поговорить об этом дельце, которое ты упоминал. Ладно.